Сегодня свой творческий вечер проводит учебная певица, солистка Государственного камерного хора Республики Беларусь Раиса Шипова. Надо сказать, что я не ошибусь в такой мысли, что в любом коллективе всегда есть знаковые фигуры, тем более в творческом коллективе. Это люди, без которых невозможно представить себе историю такого коллектива, его состояние нынешнее, его творческие перспективы. Вот именно таким человеком, такой певицей, такой артисткой для нашего замечательного камерного хора стала Раиса Васильевна Шипова. Во-первых, она работает в этой коллективе со дня его основания. Вот в следующем году, 2008, хор будет отмечать свое 20-летие. И на сегодняшний день Раиса Васильевна, да, и не единственный вот в сегодняшнем составе, кто работает со дня основания, кто стоял на истоках этого хора. Во-вторых, она обладает удивительным голосом. Ведь, наверное, в зале много музыкантов присутствует и знают, что, как правило, женские голоса преобладают сопрано. А у Раисы Васильевны мецо-сопрано. Причем очень красивого тембра, такого бархатного, такого нежного тембра, теплого очень тембра. И очень чисто она поет. У нее высочайшая вокальная культура. Она тщательно следит за фразировкой, за расстановкой акцентов. То есть это певица с колоссальным опытом, это мастер настоящий, который охотно делится своим опытом со своими коллегами. Я думаю, что все с удовольствием этот опыт перенимают. Ну и еще я должна сказать, мне кажется, вероятно, здесь знают свои друзья, знакомые в основном, которые больше ее знают, но вот насколько мне видится, я с ней частенько встречаюсь в различных концертах, и мне кажется, что это вот действительно человек, душа, душа коллектива. Она такая заводила, она очень активна, с прекрасным чувством юмора. И я думаю, что действительно невозможно себе представить камерный хор без этой замечательной, талантливой, красивой женщины. Сегодня ее, конечно, пришли поздравить ее коллеги, камерный хор, тут все заготовлено, но они будут выступать во втором отделении концерта. Многие из них сейчас уже в качестве зрителей в зале присутствуют. Пришли поздравить ее коллеги, тоже великолепные артисты, певцы, с которыми мы встретились прямо сейчас. Тот момент настает, когда я с удовольствием выступаю место на этой сцене, юбиляршая героиня сегодняшнего вечера. Встречайте, пожалуйста, замечательная певица Раиса Шипова. Thank you.
на сцене оперного театра. У нас в филармонии такое тоже иногда бывает. Но вот как артистский хор, действительно, такой колоссальный опыт работы в ансамбле, в хоре, когда вот малейшие оттенки музыкальных интонаций очень чутко друг друга воспринимают. Мне кажется, поэтому такой замечательный ансамбль, так чудесно сливаются голоса сопрано и меццо-сопрано. Еще один романс в исполнении дуэта Ольги Волошина и Раисы Шипова, что звучит сейчас для вас, Чайковский, стихи Сурикова «Рассвет». Thank you.
Иисус, то есть они иногда не думают там. Вот я сейчас прослушала, я уже не помню, когда я последний раз в концертном зале слышала западные романсы на русском языке. Ну что ж, давайте послушаем еще один дуэт. На сей раз это будет русский композитор Гумилев на стихи Вяземского, известнейший тоже романс, дуэт «Радость, душечка». Oh.
Oh.
фрагменты из оперетты. Вообще ведь искусство оперетты очень жизнерадостное, веселое, остроумное, искрометное. Спасибо на жизнь, как я думаю, что именно такой человек, насколько я вам судить, я начала так волнуюсь, вот переживать, собранная такая. А на самом деле такой же вот веселый, жизнерадостный, остроумный человек, как музыка, которая сейчас прозвучит. Кстати, редчайшим образом исполняем. Практически сегодня уже музыку Целлера, такого замечательного классика австрийской оперетты, практически никто не исполняет. А вы сейчас услышите фрагмент из оперетты Целлера. Мартин, такую песенку Мартина. Thank you.
вся филармония наша отмечала юбилей, и камерный хор работал, выступал перед публикой. Это действительно вот те коллективы, которые работают здесь в филармонии, неспроста. Это аккумулирует самые яркие, самые профессиональные, самые достойные музыкальные коллективы, в числе которых вот этот чудесный хор. Высочайший профессионал. Я всегда с огромным удовольствием иду их концерты и знаю, что встреча с этим хором всегда доставляет радость публике. Действительно, радость встречи с большим настоящим хором. Все программы хора интересны, по-своему интересны, самобытны. Но сегодня вот второе отделение этого концерта построено именно так, чтобы дать возможность выделиться Раисе Васильевне, послушать ее замечательное соло. И вот первое произведение, которое откроет наше второе отделение, это литургическое произведение музыка Кавказ-Друзского, канонический текст, называется «Великое словословие». Поет государственный кадровый хор, дирижер Наталья Михайлова, соло Раиса Шитова.
Amen.
Oh.
А вот что за композитор? Какой страны музыка? Мы не знаем. Просто очень эффектное, дорогое сочинение. И мы делаем вид, что мы в курсе дела, что за музыка и что за тема. Вот композитор Паскаль, вариации на тему Шин.
даже порушевать ваши дела. Мы здесь устроились еще на конце 70-х, потом 80-х годов уже на свободе. Я працевал на киностудии «Белорусфильм», я вас так играл в фильме. Вот, и был такой период, где там простой. От одного фильма, когда заканчивается, отключаюсь, какие-то находятся, какие-то часы, попытки вопросы на старте. Вот я отночу, ехал в мастерню свою, и у троллейбусе 29 года. Прекрасно.